Сегодня после новогодних каникул все воспитанники собрались здесь, прошли плановый медосмотр, провели первый день в школе, провели первые тренировки, на которых видно, что они работали с большим желанием, с энтузиазмом, соскучились. И видно, что в течение каникул они работали на предоставленной им программе. Будут обязательные товарищеские встречи, игры между собой, будем искать соперников. Для К2 молодежки и К3, естественно, чуть-чуть другой график. У них впереди сбор на Кипре, но игры, естественно, будут. Прошел хорошо, писали несколько контрольных, но это, в принципе, не важно. Все вроде хорошо. Первый тренировочный день, он более тяжкий, чем все остальные, надо вкатываться. Я встретилась с семьей, ко мне приходили гости, ну, тоже родственники. Было весело, поели, посидели, ну и поразвлекались немного.